надежды мамы нет с отцом. Гаснут утром ранним фонари. Вырос я, не побывав юнцом, а ты за руку меня держи крепко. Пойдем в другую жизнь с тобой. Детский дом не станет нам клеткой. Сдюжим вместе мы с любой бедой. Забери, что хочешь, но верни. Моей маленькой сестре каплю веры в душах сохрани. Не оставь холодным в январе, а ты за руку меня держи крепко. Пойдем в другую жизнь с тобой. Детский дом не станет нам клеткой. Сдюжим вместе мы с любой бедой, а ты за руку меня держи крепко. Пойдем в другую жизнь с тобой. Детский дом не станет нам клеткой. Сдюжим вместе мы с любой бедой. Елена Викторовна. Вы понимаете, что у них погибли родители. И сейчас разлучать их вообще никак нельзя. Я понимаю, что у вас нет места для Вари. Но она с Назаром, они неразлучны. Просто мы можем окончательно сломать девочке психику. Я был большим другом родителей этих детей. И мой долг им помочь. Я постараюсь вам помочь, но, к сожалению, не все зависит от меня. Временно мы девочку оставим у себя вместе с братом, а потом что-нибудь придумаем. Взять их сам я не могу, потому что не женат. Назару на следующий год исполняется уже 18 лет. И он сам сможет забрать Варю. Но до этого времени у них должно быть все хорошо. О, привет, новоприбывший. Здорово. Валя,
Назар, очень приятно. Знаешь, я тут с детства. С Малёткиного дома родителей не видел. А ты тут какими судьбами? Мои родители попали в авиакатастрофу. Они возвращались после очередной заграничной командировки. Мы с сестрой остались одни. У нас только крестный, он адвокат. Но ему не разрешили нас взять, так как он не женат. Помог нам устроиться здесь. Сколько твоей сестре лет? 10. Варя зовут. Я очень переживаю за нее. Ну не переживай, все нормально будет. Собирайся, пошли в класс. Тема нашего сегодняшнего урока – любовная лирика в творчестве русских поэтов. О, у нас новенький. Как зовут? Марков Назар. Назар. Получше имени не было, не? Бессонов, я не спрашивала. Назар, вы уже проходили это там, где ты учился? Да. Можешь нам что-нибудь прочитать? Да, готов. Пожалуйста. Федор Тютчев. О, как убийственно мы любим. О, как убийственно мы любим. Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ли, гордясь своей победой, ты говорил, она моя. Год не прошел, спроси и сведай, что уцелело от нея. Куда ланит девались розы, улыбка уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы горячей влагою своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, при первой встрече... Слышь, мутный романтик, ты кого тут пикапить собрался со своим лицом, а? Тишина! Назар, присаживайся. Все, Бессонов, ты меня достал, я к заучу. Чего не смеешься, прикольно же. Да что смешного, нормально человек стихи читал. Ты чего, он лох, не то что бес. Ты не против? Я тут посижу. Да без проблем. Кстати, Назар. Очень приятно, Лилия. Имя у тебя такое красивое, как цветок. Моя мама очень любила эти цветы.
Здравствуйте, дети. Садитесь. Познакомьтесь, это Маркова Варвара. Теперь она будет жить и учиться вместе с вами. Проходи, Варвара. Ты что делаешь? Ноги подбери. Ой-ой-ой, какие мы нежные. Где Мишку потеряла? Тишина. Достали тетради и пишем. Вставай, вставай, все будет хорошо. Все как-нибудь. Она совсем новеньким, так не бери в голову. Но на крайний случай, если что, пожалуемся воспитателю. Все в шеренгу становись. Все молодцы. А сейчас играем в баскетбол. Командирами команды назначаются Марков Назар и Бессонов Семен. Набирайте себе команду. Так, Зуброва, ну, ко мне. Ясь, ты и твои девочки тоже. Покажем этим сосункам, как надо играть.
наплюй, ты позже с ними разберешься. Убежденные пришли. Слышь, мразь, рот закрой. Тебя вообще никто не спрашивал, бескребетная. Семен, да ладно тебе, не расстраивайся, это же всего лишь игра. В следующий раз вам повезет. Приятного аппетита. Что здесь происходит? А ну быстро к директору. Что такое? Вот, Елена Викторовна, полюбуйтесь, что эти в столовую строили. Драку чуть всю столовую не разгромили. Что случилось? Я пошла тебе навстречу и взяла тебя вместе с сестрой. Еще позволяешь себе такое поведение. А по тебе, Бессонов, уже колония плачет. Я больше за тебя заступаться не буду. Сядешь, так сядешь. И вообще, превратили столовую в ледовое побоище. Спасибо Алексею Николаевичу, рядом оказался. Хотите разборок? Вас в зале ждут перчатки. Вот и покажете, какие вы там крутые. А сейчас идите в медкомнату и приведите себя в порядок. А завтра разберемся. И медведь ее тоже так бесит. Детский сад какой-то. О, а давайте-ка ее подстрижем. Нет, а давайте сделаем из нее жабу. Ей пойдет зеленый цвет. А зеленку мы где возьмем? А я как раз в медпункте сперла. Вот. Нет, идея-то хорошая, но если мы это сделаем, то врачиха поймет то, что зеленку сперли мы. Нет, давайте лучше ее медведя в окно выбросим. Зуля, на шухер. Thank you.
устраиваешь, дай поспать. Засыпай, утром разберемся. Ну, мымра, сука. Задолбал уже колонию пугать. Пуганый, не страшно. Но все из-за какого-то ублюдка. И еще физрук, как всегда, не вовремя приперся. Не дал ему нормально навешать. Надо довести дело до конца. И как ты это сделаешь? С тобой сейчас мымра будет пасти каждый день. Ну, ночью-то ее нет. Предлагаю устроить ему темную. А мы с девчонками на шухере постоим. Ты уже моя умница. Не дыми, сдохнешь. Добрый день, Антон Романович. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы пришли. Пойдемте, я вам покажу ваше рабочее место. С удовольствием. Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Мне нужны ваши дети. Марков и Бессонов, идите ко мне. Значит так, за вашу вчерашнюю выходку я приготовил вам наказание. Пойдемте за мной.
Добрый день, Антон Романович. Здравствуйте. Я вам тут двух желающих научиться петь привела. Отлично, нам как раз не хватает ребят в хор. Угу. Теперь каждый день после уроков будете ходить на хор. А ты, чтобы тебе было не скучно, приведешь всех своих дружков. Скоро отчетный концерт, готовьтесь. Там я на вас и погляжу. Ну что, ребят, приступим? Ответит на этот вопрос Маркова Варвара. Садись. Ой! Что случилось? Ничего. Подложил. А что, нельзя? Ты что, жених, что ли? Сам ты жених. За нее тут еще драться будете? Варь, ты прикинь, там Ванька Степке на себя в морду дал. А ты что тут делаешь? Я книжку читаю про Гарри Поттера. О, читаешь, это же скукотища. Тебе что, уроков мало? Я обычно под книги засыпаю. Вы что, это же так интересно. Гарри Поттер – мальчик-волшебник. Он учится в школе волшебства у самого Дамблдора. А кто это? Дамблдор – это директор школы волшебства. Лиль, вот объясни, что тебе дался этот новенький? Ни рыба, ни мясо. А еще заступаешься за него. Почему же? По-моему, классный. И очень симпатичный.
Ясь, а ты что, боишься, что он конкуренцию бесу составит? Да он ему в подметки не годится. Правильно, Милена. Нашла с кем сравнить. Назар вон как на уроке стихи читал. Семен так не умеет. С чего ты взяла? Мы просто не слышали. Да ладно! Тебе что, бес стихи читал? Представь себе, читал. Только он их не каждый читает. Блин, круто. А мне вот никто никогда стихов не читал. Да при чем тут стихи? Авторитет беса никакой новенький не переплюнет. А ты чё, на беса виды имеешь? Ясю, не боишься? Да ладно, она меня так поддерживает. Я правильно поняла, Ник? Мне вообще Зубр нравится. Ага, только не очень-то он в твою сторону смотрит. Да тебе-то какое дело? Вы все о парнях. А, кстати, где трудовичка? Я слышала, она заболела. Сегодня будет завуч. Блин, вот засада. Только ее не хватало. Да при чем тут завуч? Завидуйте молча. Все равно Назар со мной будет. На что забьемся? Да на что хочешь. Здравствуйте, девочки. О чем спор? Так о чем спорили-то? Да вот, новенького обсуждаем. Да, хороший мальчик. Читала его личное дело. Учился в школе с углубленным изучением иностранных языков. Спортом занимался. А сестренку-то как свою любит. Вот и мы говорим. Классный парень. Да, Лиль, наверное, ты не ошиблась в выборе. Это мы еще посмотрим. Да, я с Семена, у него поучиться надо. Чему? Да хотя бы успеваемости. Косметика чья? Моя. Быстро убери. Я сейчас. Назар! Привет, можно тебя на минутку? Ты иди, я тебя догоню. Мы его теряем. Привет. Назар, мне показалось, или ты хочешь пригласить меня погулять после уроков? Ну да, давай, а куда пойдем? Все равно. Договорились. Назар, а что за стихи ты читал в классе? Чё-чё. А можешь мне еще что-нибудь прочитать? О чем? Да хоть о любви. Все желания когда-нибудь исполняются. Только нужно в мечты эти верить беззаветно. Тем, кому суждена была встреча, встречаются. Только время той встречи, увы, пролетит незаметно. Я держу твою руку, и мне кажется, мир замолчал. Так неловко, но взгляд отвести нету сил. Сердце в бешеном ритме от счастья стучит. Я как музыку слушаю то, что оно говорит. Случилось. Почему ты плачешь? Кто тебя обидел? Никто, просто грустно очень. Я братика давно не видела. Это ты, Назар? Да, я. Брат Вари? Да. Она там в коридоре плачет. Пойдем.
Варя, что случилось? Почему ты плачешь? Просто я очень сильно скучаю по маме и папе. А ты по ним скучаешь? Я тоже очень люблю маму и папу. Но мы должны быть сильными, ведь они смотрят на нас с неба. И должны нами гордиться. Ты думаешь, они нас видят? Конечно. Я же тебе говорил то, что они теперь наши ангелы-хранители. Я все время думаю, как там эти мамины цветы, которые она сажала? Кто за ними ухаживает? Они же могут погибнуть. Крестный же ездит к нам, поливает все мамины цветы. Помнишь ту фиалку, которую мы с мамой сажали? Вот бы ее увидеть. Ну вот домой вернемся и увидишь. Так, заходим, девочки! Так, раздеваемся и на занятия! Давай. Варя, какой у тебя красивый цветок. Здравствуйте. Это мы его вместе с мамой сажали. Вот дядя Олег мне его принес. Можно я его к себе в комнату поставлю? Ну, конечно, можно. Спасибо, до свидания. До свидания. А вы дядя Варя? Нет, не совсем. Я друг семьи. Вместе с отцом мы служили вместе. Я крестный Назара, а теперь вот адвокат у детей. Скажите, а у них еще есть какие-то близкие родственники? Нет, к сожалению, родственников никого нет. Я сам хотел их забрать себе, но не могу, так как мне жена. Жаль. Все-таки лучше, когда дети растут в кругу семьи, чем в казенном доме. Тут я с вами полностью согласен. Простите, а вы воспитатель Вари? Да, да, Марина Владимировна. Олег Николаевич. Очень приятно. Очень приятно, Марина Владимировна. А я могу взять номер телефона, иногда звонить, чтобы узнать, как вообще дела, как обстоят? Конечно. Да. Запишите, и я ваш запишу на всякий случай. Да. Так, 285-34-12. Олег Николаевич, мне нужно бежать, у меня занятие, вы меня извините. Очень приятно было познакомиться. Да. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, в кино пойдем?
Кина не будет. Электричество кончилось. Слышь, ты ничего не попутал? А в чем проблема-то? Не нравится мне, когда мое трогают. Это и прилететь можно. Ну давай. Алло, скорая. Откуда же ты его взяла? Да за ограды скулил. Смотрите, какой он хорошенький. Какой милый. Ну и зачем ты его сюда притащила? Нам всем влетит. А куда его девать-то? Жалко, пропадет. Да и есть он хочет. Кстати, у кого-нибудь есть что-нибудь? Так, что у нас тут происходит? Это что? Собачка. Вы что, с ума сошли? Какая собачка? Здесь нельзя животным. Так, вытаскивайте ее. Где она? Где собака, девчонки? Собака где? Где вы ее взяли? Я его у ворот нашла. Он маленький. Не выгоняйте его. У каких ворот? Нельзя никаких собак. Ну, пожалуйста, давайте его оставим. Марина Владимировна! Так, стоп, все. Я, кажется, знаю, кто нам сможет помочь. Стойте здесь и никуда с этой собакой не выходите. Я сейчас приду. Олег Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер, Марина Владимировна. Что-то случилось? Да. У нас тут девочки собачку маленькую на улице нашли. Принесли ее в детский дом. Но здесь ее оставить нельзя. Домой я ее тоже не могу забрать, так как у мамы аллергия на шерсть. Я подумала, может быть, вы сможете помочь найти приют для животных? В принципе, задачу понял. Есть у меня одна идея. Давайте минут через 20 встретимся и все обсудим. Все, договорились. До встречи. У нас опять ЧП. И снова отличился Бессонов. Он Попову ногу сломал. Ну, совсем распоясался в последнее время. Что не драка, то Бессонов и гоп-компания. Да, возраст такой. Любовь. Это же из-за Ярослава? Да, я в его годы тоже чудил из-за девчонок. Все беды из-за баб. Ну, конечно. У вас, мужиков, вечно бабы виноваты. Да я не об этом. Просто парня жалко. Жалко, не жалко. А из больницы уже полицию сообщили. Ему спецприемник светит. Что же делать будем? Надо как-то помочь. Надо подумать. Завтра с директором поговорю. Ну да, парня нужно спасать. Здравствуйте, Алексей Николаевич. О, здравствуй, Егор. Как твои дела? Ну, гипс наложили. Ну да, тебе гипс наложили. Бессонову спецприемник светит. Натворили дел, конечно. Удачи. Выздоравливай давай.
Марина Владимировна, что это такое? Почему животные в детском доме? Елена Викторовна, это моя вина. Дети принесли, я не доглядела. Я уже сейчас унесу. Еще раз извините. Марина Владимировна, вы же знаете, что наши правила не позволяют животным находиться на территории детского дома. Чтобы это было первый и последний раз. Таков больше не повторится, извините. Добрый вечер, Марина Владимировна. Добрый вечер. А это и есть наш найденыш? Да, вот смотрите, какой хорошенький. Его в приют надо, жалко пропадет. Да не надо его в приют. Если вы разрешите, я бы его себе оставил. Дело в том, что я с детства хотел собаку, ну правда, большую собаку. А тут такое чудо, ну я ему буду очень рад. Слушайте, ну это самый лучший вариант, тогда принимайте. А как зовут сие чудо? Девочки эти Тимоши назвали. Ну, если вам не нравится. Не, мне нравится. Тимоша значит Тимоша. Олег Николаевич, вот смотрю я на вас и думаю, какой вы хороший человек. Никогда бы не подумала, что люди вашей профессии могут быть такими чуткими. Вы и детей любите, и животных. Спасибо. Марина Владимировна, а вы уже сегодня закончили работу? А, да, все, я уже домой. Это здорово. Значит, вы не откажете хорошему человеку, его четвероногому другу, проводить вас до дома погулять? С удовольствием. Я только за сумкой сбегаю. Да, мы вас ждем. Это с приветом опять что-то в окне рассматривает. Варь, ты что там смотришь? Иди к нам. Девочки, там столько птичек на деревьях. А я вспомнила, как мы с мамой уток на пруду кормили. В смысле уток кормили? Где вы их нашли? У нас возле дома пруд был. Там утки зимовали. Вот мы их хлебом и подкармливали. Ого, у нас возле детского дома тоже пруд есть. Может быть, и там утки живут? Как бы это узнать? Так надо сходить и посмотреть. А давай завтра после уроков сбежим и посмотрим. Чем же мы их кормить будем? Пацанов попросим со столовой хлеб принести. Ага, они потом за нами увяжутся. Ну и что, с нами пойдут, веселее будет. Хлеб достали, а слабонов возьмете? А у вас смелости-то хватит? А то, мы тоже уток хотели посмотреть. Ну хорошо, тогда завтра после урока встречаемся в холле. Только ночью хлеб если не съешьте, а то уток кормичнее, чем будет. Марина,
Добрый вечер. Здравствуйте. В кино? Почему бы и нет? Спасибо. Кстати, как поживает там наш верный пес? Отлично. Отлично. Вчера был у ветеринара. Он абсолютно здоров. Как дела у Варии, Назар? Неплохо, но иногда очень сильно скучают по родителям. И по тебе тоже. Надо как можно скорее решить этот вопрос. Ну, кино? Пойдем. Зуля, скажи, пожалуйста, охраннику то, что пацаны в туалете дерутся. Давайте быстрее. Привет. Ну, здорово. Что надо? Разговор есть. Пойдем поговорим. Ну, пойдем. Тут такая тема. Я услышал разговор заочно с учителями. Тебя за драку с Поповым хотят в ментовку забрать. Ну и что из этого? В смысле, что? Это же уголовка. Ну, ничего же не поделаешь. Как не сделаешь? Давай я попрошу крестного, он адвокат. Может, поможет как-нибудь? Да пофигу, мне уже ничем не поможешь. Ну, можно я хотя бы попробую просто? Мало ли что не получится. Знаешь, мне уже все равно. Делай, что хочешь. Что этому надо было? Да предупредить пришел. Говорит, зауч меня завтра ментам сдаст. Да врет он все. Да не похоже. Сам знаешь, что у нас с попом произошло. Вот это досада. Он помощь предлагал, говорит, крестный адвокат. А ты? А я что, буду перед новеньким стелиться, чтобы помощь просить? Ну и правильно, будем мы у него еще помощь просить. Сами разберемся. Слышь, бес, а может зря? Он вроде дело говорит. Вдруг правду поможет. Слушай, закрыли тему? Без него как-нибудь разберемся. Быстрее, пока не спалило.
что это мы тут делаем? Мы тут это... Что это вы делаете за территорией? Мы уток ходили кормить. Каких уток? На пруду. Нам Варя про них рассказывала. Мы тоже хотели их увидеть. Ну, хорошо. Увидели уток? Все? Ага. Они такие красивые. И очень голодные. Как мы иногда. А хотите мороженое? Да! Тогда по мороженке и домой. Вперед! За мной! Ты что делаешь? Шустрый, нет? Да, устроил гонки нам. Злез меня, падла! Лежи! Никуда не денешься. Все, пошли, вставай. Нифига себе! Вы плохо сдали кросс. Мы заново будем сдавать нормативы по бегу. Что с вами случилось? Я не понимаю. Ребята, беса менты забрали. Куда вы? У нас урок. Крестный, твоя помощь нужна. У меня у друга проблемы. Спасибо. Марин, ты шикарно выглядишь. Спасибо. Марин, выходи за меня замуж. Я согласна.
картина маслом. Неожиданный поворот. Захлопнулись. Он теперь с нами. Вы беса не видели? Вы беса не видели? Вы беса не видели? Нет. Плохо. Беса не видели? Я видел у него билеты. Он, наверное, на море уехал. Он же о нем так мечтал. А бабки-то у него откуда? Как уехал? Слово предоставляется нашему любимому директору Елене Викторовне. Дорогие наши выпускники, мы поздравляем вас с этим замечательным праздником. С сегодняшнего дня вы открываете для себя новый мир. Желаем вам смело идти вперед, ставить перед собой высокие цели и достигать их. Будьте достойными, порядочными людьми, и чтобы сбылись все ваши желания. В добрый путь! Представляешь, Марина Владимировна с крестным поженились. Круто. А где они сейчас? В свадебное путешествие уехали. Как приедут, нас заберут. А сейчас с танцевальным номером выступят Назар и Лиля. Встречайте! Это наш выход. Что хочешь, но верь.